Всех я приветствую на своем канале. Пойдем мы бомбить, короче, Орду. Походу, это у нас последняя наша вылазка будет сейчас. Вот. Я надеюсь. Не знаю, сколько я сейчас тупить тут с ней буду. О, черт! Нет! Это Орда, это Орда! Да Надо тихо, не... избавиться от них, иначе, когда Рики поедет, они все к нам сбегутся. Слушай, скажи Рики, что это надолго, потому что прямо у нас на пути пасется Орда. Орда, хочешь, мы с Рики выберемся к тебе, поможем? Нет, 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 я уже усвоил на горьком опыте, что их надо валить в одиночку, иначе будем друг друга подставлять. Да, понятно. Тем более, Рики говорит... Ты теперь начальник охраны, значит, тебе положено сидеть в лагере, раздавать всем задания, ну, бляху свою полировать и все такое. Ну да, забыл выбросить у Майка бляху. Короче, Майка больше нет. Теперь, глядишь, должность отдадут кому-то другому, а я пойду снова на грядках, говорится. Ну, это вряд ли. Слушай, да мне вообще до лампочки. Ну ты скажи, как будешь готов. Рики уже рвется действовать. Конец связи. Я, пацаны, буду выводить их сюда. Вот. Бомба срабатывает появление противника. Вон она ходит. Так, что у меня еще есть? Этого нету, этого нету, ничего нету, блядь. Давай-ка мы, у нас таких четыре. Ну что, все, погнали. Погнали, пацаны. Так, берем этот пулемет. Быстрее беги. Блять, сколько их тут нахуй? Да ну нахуй. Их там очень много, что-то, подожди, что-то мне неправильно это сделал, слушай. Вроде бы все неплохо было. Давай опять. Бомба с дистанционным подрывом. Мы неправильно сделали, подожди. О, черт, нет. Это Орда, это Орда. Надо избавиться от них, иначе, когда Рики поедет, они все к нам сбегутся. Слушай, скажи Рики, что это надолго, потому что прямо у нас на пути пасется Орда. Орда, хочешь, мы с Рики выберемся к тебе, поможем? Нет, 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 я уже усвоил на горьком опыте, что их надо валить в одиночку, иначе будем друг друга подставлять. Да, понятно. Тем более, Рики говорит... Ты теперь начальник охраны, значит, тебе положено сидеть в лагере, раздавать всем задания, ну, бляху свою полировать и все такое. Ну да, забыл выбросить у Майка бляху. Короче, Майка больше нет. Теперь, глядишь, должность отдадут кому-то другому, а я пойду снова на грядках ковыряться. Ну, это вряд ли. Слушай, да мне вообще до лампочки. Ну ты скажи, как будешь готов. Рики уже рвется действовать. Конец связи. На, лови! Еще немного. Блять,
Я только половину отнял жизни, да? Есть. Да ну нахуй. Это нереально, блядь. Пацаны, это нереально. Я вам говорю. Давай, беги быстрее. Блять, у меня ничего нету. Ни микстур, блять, ничего. Сука, еще запас силы себя, пизда нахуй. Блядь, да ну нахуй. Слушай, сколько их тут нахуй? Да ну, это вообще прикол какой-то. Здесь только, тут с пулемета нечего по ним стрелять. Только если добивать. Слушай. О, черт, нет! Это Орда, это Орда! Надо избавиться от них, иначе, когда Рики поедет, они все к нам сбегутся. Да не, слушай, не скажи Рики, что это надолго, потому что прямо у нас на пути пасется Орда. Орда, хочешь, мы с Рики выберемся к тебе, поможем? Нет, 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 я уже усвоил на горьком опыте, что их надо валить в одиночку, иначе будем друг друга подставлять. Тем более, Рики говорит, ты теперь начальник охраны, значит, тебе положено сидеть в лагере, раздавать всем задания, ну, бляху свою полировать и все такое. Ну да, забыл выбросить у Майка бляху. Короче, Майка больше нет. Теперь, глядишь, должность отдадут кому-то другому, а я пойду снова на грядках ковыряться. Ну, это вряд ли. Слушай, да мне вообще до лампочки. Ну ты скажи, как будешь готов. Рики уже рвется действовать. Конец связи. Слушай, а если я кину Монока, сам спрячусь? Где-нибудь в кустах. Как вы на это смотрите? Не, ну здесь я правильно делаю. Прямо им вон в гнездо закидываю. Так. Блять, ну нахуй. Давай. О-о-о! Бля, что делать нахуй? Бля. Сука.
сука. Давай нахуй. Утекай, блядь. Да ну нахуй, слушай ты. Я почти всех перебил, блядь. Блядь, 10 минут уже. Пропустите этот игровой эпизод. Вы пропустите игровой эпизод. Нет, блядь. Пизду нахуй. Тут еще можно игровой эпизод, оказывается, пропускать. Бомбу с датчиком приближения. Я... Черт, нет. Это Орда, это Орда. Надо избавиться от них. Иначе, когда Рики поедет, они все к нам сбегутся. Слушай, скажи Рики, что это надолго. Потому что прямо у нас на пути пасется Орда. Орда, хочешь, мы с Рики выберемся к тебе, поможем? Нет, нет, нет. Я уже усвоил на горьком опыте, что их надо валить в одиночку. Иначе будем друг друга подставлять. Да, понятно. Тем более, Рики говорит, ты теперь начальник охраны, значит, тебе положено сидеть в лагере, раздавать всем задания, ну, бляху свою полировать и все такое. Ну да, забыл выпросить у Майка бляху. Короче, Майка больше нет. Теперь, глядишь, должность отдадут кому-то другому, а я пойду снова на грядках ковыряться. Ну, это вряд ли. Слушай, да мне вообще до лампочки. Ну, ты скажи, как будешь готов. Рики уже рвется действовать. Конец связи. Ух ты, блядь. Сильная эта бомба. Надо ее подальше ставить. О, черт, нет! Это Орда, это Орда! Надо избавиться от них, иначе, когда Рики поедет, они все к нам сбегутся. Слушай, скажи Рики, что это надолго. Потому что прямо у нас на пути пасется Орда. Орда, хочешь, мы с Рики выберемся к тебе, поможем? Нет, нет, нет! Я уже усвоил на горьком опыте, что их надо валить в одиночку. Иначе будем друг друга подставлять. Да, понятно. Тем более, Рики говорит, ты теперь начальник охраны, значит, тебе положено сидеть в лагере, раздавать всем задания, ну, бляху свою полировать и все такое. Ну да, забыл выбросить у Майка. Блядь! Еще немного! Да что это за такое? Это уже ненормально, блядь. Слушай, байк где мой стоит? Байк тут стоит. Давай ближе подъедем. Я сел и на байке смог отъехать от Орды. Давайте так сделаем. Так. Нет, мне нужно, которая бомба от датчика приближения работает. О, черт, нет. Это Орда, это Орда. Надо избавиться от них, иначе, когда Рики поедет, они все к нам сбегутся. Слушай, скажи Рики, что это надолго. Потому что прямо у нас на пути пасется Орда. Орда, хочешь, мы с Рики выберемся к тебе, поможем? Нет, 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 я уже усвоил на горьком опыте, что их надо валить в одиночку. Иначе будем друг друга подставлять. Да, понятно. Тем более, Рики говорит, ты теперь начальник охраны, значит, тебе положено сидеть в лагере, раздавать всем задания, ну, бляху свою полировать и все такое. Ну да, забыл выбросить у Майка бляху. Короче... Блять, я даже ничего не отнял у них. Еще немного.
Походу я правильно все делаю. Где они, блядь? Ой-ой-ой. Пацаны, я не знаю, что делать. Блядь, сколько их там много. Мамочки мои. Да ну нахуй. Их не победить, блядь. Да бери ты, блядь. Сука. Где мой мотоцикл? Мне нужно отбежать к мотоциклу быстрее. Где мотоцикл, блядь? Давай, блядь. Да ёбаный ты шаг, нахуй. Я в рот тебе ебал твой. Сука. Блядь, я ещё не сохранился там, когда подъехал. Блядь, 17 минут, блядь, с этой ордой, нахуй. Ебусь. О, черт! Нет! Это Орда! Надо избавиться от них, иначе когда Рики поедет, они все к нам сбегутся. Слушай, скажи Рики, что это надолго, потому что прямо у нас на пути пасется Орда. Орда, хочешь, мы с Рики выберемся к тебе, поможем? Выберись, нет, ты, блядь. Нет, я уже узнал в твоем опыте, что их надо валить в одиночку, иначе будем друг друга подставлять. Да, понятно. Тем более, Рики говорит, ты теперь начальник охраны, значит, тебе положено сидеть в лагере, раздавать всем задания, ну, бляху свою полировать и все такое. Ну да, забыл выбросить у Майка бляху. Короче, Майка больше нет. Теперь, глядишь, должность отдадут кому-то другому, а я пойду снова на грядках ковыряться. Так где же эта, блядь, бомба, блядь? Слушай, да мне вообще до лампочки. Ну ты скажи, как будешь готов. Рики уже рвется действовать. Конец связи. Пикнуть не успеют. Я вот тут не успеваю, блядь, неправильно делаю все. Вот тут. Еще немного. Черт. Блять. Хуёво, что я не могу стрелять сейчас тут.
Так, если мы отъедем туда. Блядь, я... Садись быстрее. Так. Мы будем хитрее, блядь. Не могу так, калека, блядь. Будем по-другому. Бля, тут еще бегают они. Это мне нужно. Хуя не могу создать. Где мотоцикл? Будем так-то, да, ну а чё, как дела? Тут, наверное, так и сделано, блядь. Что мы тут так гоняли, блядь. Вон еще. Фрики ходят, блядь. Ладно. Вот так. Где вы там, блядь? Я их, короче, расфуфырил. Их сейчас не так много. Ладно, мне тут дерево не пиздануться. А то я люблю, блядь. Или на орду напопать, на основную. А, это орда тут остается? А где она? Ой-ой-ой! Ну вас нахуй. А тут патронов, блядь, нету. Вот так вот. Так, где тут еще какие цистерны с бензинами? Все поменьше становится. Мне уже проще. Ага, вон они. Вон бегут.
Ой, блядь. Дострелялся, нахуй. Ты что, огромная орда, блядь, что я ебу себе мозги? Нахуй. Как мне теперь к велосипеду пробежать? Ой, к велосипеду. Почти все. Это не почти все, друг. У газа ничего нету, блядь. Бля, сколько их тут? Давай. Давай, они же... Давай, Дика. Давай, чуть-чуть осталось. Давай, братан. Только не сдохни, нахуй. Бля, сколько их там? Мне надо сил набраться и рвануть от них. Где мотоцикл? Бегу к мотоциклу. Меня спасет только мотоцикл. Ух. О, пацаны. Мы немного сейчас дух переведем. А что, патронов нету, блядь, больше? Это они простреляют там 120 орд так убить мне? Предлагают. Мало боеприпасов. Есть боеприпасы, не пизди. Боеприпасы есть, нахуй. Бери. А вот тут мы сейчас будем их ждать, нахуй. Так, бери вот этот. Ha!
У вас хуйня осталась, вроде бы как. Садись быстрее, пиздец, ты чё? Сука! Что, гонишь, что ли, блядь? Чего-нибудь достоит. Какой стоит? Давай ты в этот, блядь. Поехали к Орде, блядь. На нахуй. На. Ну что? Друзья мои. Ух. Вот и все. О, Господи. Как тебе? Пацаны, ну, полки. Друзья мои. Вот и все. Вот и все. Пацаны, полки. Ты на связи? Полчаса. Путь свободен. Пусть реки подгонит грузовик. Понял. Слушай. У нас для тебя есть сюрприз. Прекрасно. Жду не дождусь. Конец связи. Что, пацаны, будем сейчас поездить, пособираем уж фриков. Полчаса я, короче, с ним тут мучился. У шифриков пособираем. Офигеть просто. Здесь самый максимальный урон, получается, наносился. Это только это. Но вот этими коктейлями Молотова. Вот когда их много, тогда еще можно. Как вы еще живые, блядь, что ли? Они только тут плашками. Ладно, поехали. Погудели немного и хватит. Что тут у меня за сюжетка дали? Так я ж уничтожил эту орду. Я же уничтожил ее. А что от меня еще требуется? Топливо. Вот так. Заправляй.
Ну как вам, пацаны? А ты... Порядок. Игра уже мне вежливо предложила. Давайте, говорит, может, ты пропустишь эту часть, да? Говорит, давай, может, ты ее пропустишь. Ну его нафиг. Ну здесь вот пиво. Ну, блядь, хуй его знает. Я не знаю, мне, блядь, неудобно было совсем с ними. Уже ушей понабирал, блядь. Все, нужно поехать. Я не знаю, чего миссия это не сдается. Надо, нужно миссию эту сдать. Мотоцикл заправили, все сделали, все как положено. Все, поедем. Или я не ту орду уничтожил, блядь. Если без байка, я не знаю, что бы было. Ну здесь сама игра все время советовала, ну это, подсказки. Тяжело с ордой, садитесь на байки и убегайте. На безопасное расстояние ехать. У меня ни патронов нету, ничего толком. Я все израсходовал. А зачем мне сюда ехать? Объясните-ка мне. Объясните-ка, зачем я сюда приехал. Еще пума это напугало, блядь, с руки задесить. О, едут. Привет. Привет. Не на... А это у тебя что? Подарочек от Рики. На байк не сяду, но уж передачи переключать смогу. Прикольно. Ого. А... Тормози вон там. Ладно. Этого нам хватит. Ну, что дальше? Криозот. Я сообщу, как буду готов. Еще криозот. Достанем 100 галлонов криозота. Еще одна орда сейчас будет. Лучше тебе не знать. Бля. Какой криозот-то? Нам надо поговорить. В чем дело? Ополченцы. Что? Где? Бухарь думает, что они еще вернутся, так что он попросил связаться с тобой. Чертовы ополченцы. Да, я займусь. Вот и славно. Сообщу Бухарю. Конец связи. Доступно новое задание. Очередная атака. Больше ничего тут не могу. Смотрите, сколько тут торт. Вот видите, сколько тут торт можно уничтожить? Мне что, делать, блядь, больше нечего? О, и саранча, и сманча. Откуда только их тут нету. Трофейная охота, блядь, какая трофейная? Зачистить лагерь ополчения в Lost Lake, Lost Lake. Ну давай по очереди тогда, давай. Давай будем опять вот зачищать надо мне, блядь, что-то. Дик, это Коуп. Слышишь? Коупленд, да-да, я здесь. Я так понимаю, у тебя для меня дело? Ну ладно, я заеду, конец связи. Я не буду к тебе заезжать, Копланд. Ты гонишь, что ли? Полтора километра. Полтора километра. А что еще есть? И тут сколько? Два. Давай выберем, где на полтора километра. Вот они, три этих лагеря. Давай сюда перейдем. Поедем, блядь. Опять начинается. Только нормальное сюжетное задание. Опять начинается вот эта вот мелочь.
заставляет меня заниматься рутинной этой работой. Лагеря, ополчение, блядь. Всякая такая вот, блядь. Да давай ты, что ты тут застрял тут? Специально так сделано, блядь, чтобы проехать не мог нормально. Я уже думал, что сегодня, блядь, будет последняя миссия. Ну, я имею в виду, пройду эту игру. Блять, чё в стол врезался? Чё и медведь бежит? Бешеный. Ополченцы. О, чёрт, всех вас перебью. Ну что? Целый отряд. Давайте буду с вами... осторожнее. Я по-быстрому с вами. Ты, блядь. Нихуя себе. Бля, сейчас еще убьют нахуй. Так, давай-ка пулемет возьмем. Ополчение, давай! Блять, медведь еще бежит. Что, медведь еще меня будет бомбить? Да ну нахуй. Ну же, уроды. Блять, вы посмотрите, что творится. Смотрите, что игра мне подкинула. За мной еще медведь, блядь. Наконец-то. Блять. Давай-ка этот возьмем. Давай перезаряжай. Опа. Они... Ух. Фу. Ага. Очко навыков доступно нам. Мне эта микстура ваша не нужна.
Я не знаю, блядь. Давай по стрельбе пройдемся. Скорина перезарядка давай. Вот это купить хорошо. Очень. У меня, в принципе, ни патронов нету, ни, блядь, нихуя. О. Аптечка нет места, сейчас появится место для аптечки. Давай, бери. Лом, лом, это хорошо. О, бутылочки. Найду тебе применение. Яд нашли какой-то. Тут сейчас еще патроны возьмем. Ну, я думаю, достаточно. Так, что я могу сделать? Коктейль Молотова не могу, у меня керосина нет. Фугас не могу, это не могу. Ничего не могу. Ничего, пацаны, не могу сделать. Ладно, побежим туда. Мотоциклу поедем к следующему лагерю. Патронов немножко подоходили мы. Вот это в кустах валяется у нас. Так, сейчас у нас что стоит? Лагерь Коплина. Зачем мне она? О, тут рядом совсем. Кстати, рядом совсем. Давай, поехали. Сейчас опять на медведя нарвемся. Где они там находятся? В этом доме? Сволочь! Вон они ходят. Ну что, погнали? Давай сохранимся. Хуй там не можем. Блять! Ничего себе он. Еще один. Черт. Ополчение, давай! Сбоку заходит. Бля, кто мне жизнь тут? Так, вон они, я вижу их. Блять, меткие. Слушай, я серьезно с ними очень сложно стало бороться. Раньше было намного все проще. Все, прошли.
Давай пособираем хотя бы патроны, блядь. А что это было лучше моего? А, винтовка. Винтовка меня не интересует. Может, что у них интересное есть? Нет у них. Вон еще ходит. А, это не эти. Так, Я еще не все... Кто это ходит? Эй, сколько намадов вы за сегодня убили? Ага, у вас на лбу написано. Что это было? Это был я, да. А их... В земле провалился. А ну да, теперь он намного быстрее перезаряжает. Ну я могу? Хуя я не могу. Фугас могу сделать. И то один только. Так, 1.5 километра. У меня. Полтора километра, пацаны. Вот тут сколько валяется. Жмуров. Птичка, нет места. Так. Ну что, все? Опа. Снайпер где-то еще? На дереве сидит, блядь. Бля, не заметил. Подожди, а куда я еду? У меня хоть то стоит? Лагерь Копленда. Мне вот это надо. Блять, в другую сторону надо. Ёбаный рот. Метров. Ну давайте, пацаны, тут уже следующей серии. Я надеюсь, уже последней. До новых встреч.